Итак, друзья, всем салют. Эту рубрику я ждал больше всего. Она самая дорогая, кстати говоря. Поэтому, чуваки, кто последний засмеется из команды Tudros? Правила максимально простые. У нас будет несколько раундов. Будет также свободный раунд. Ребята подготовили какие-то миниатюры, шутки, анекдоты. Они их рассказывают. Если у них получилось кого-то рассмешить, они получают плюс балл, который, возможно, им пригодится уже в финальной стадии. Если, конечно, они туда попадут. Поэтому ставим лайки, подписываемся, комментарии оставляем. Пацаны, вы готовы? Давай, газуй! Ребят, а когда они играют? Когда они играют? У нас всего лишь две жизни. То есть ты засмеялся, любая улыбка, чуваки, любая просто мимика, вот, знаешь, искажение лица, это сразу же, ну, замечание, не знаю, минус одна жизнь. Второй раз, если ты смеешься или улыбаешься, старина, ты лишаешься приза и, к сожалению, покидаешь наше шоу. А то, что Сэм уже проиграл. Ну и самое важное, вот почему эти рвачи здесь собрались, знаешь, вот я писал, ну, молчание, никто не хочет уйти. Я сказал, что приз сегодняшний достанется тому, кто засмеется последним. Пацаны, 30 тысяч. Ну, мало. Ну, как старина. По мне. Ты че, миллиарды зарабатываешь? 30 тысяч победителю, прям вот наликом. Стоп, 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 подожди, стоп, стоп, старина. Стоп, 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 а стоп, 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 Вы че, это мало же, че вы играете тут? Хоть бы пачку, а почему 30 тысяч победителю? Мы начинаем, погнали! Чего ждешь от шоу? Что тебя может рассмешить? И кто главный фаворит на победу? Братан, ну что жду от шоу? Я узнал, что там есть денежный приз, и я сразу же пришел. Жду, что меня хоть что-то рассмешит, не знаю. Я просто реально не знаю, чего ожидать, поэтому позрим, что будет сегодня. И, блядь. Что ты, блядь, как это, нормально с нами разговариваешь? Зачем на камеру? Я скажу так, вот это меня не рассмешит, поэтому, пацаны, можем ехать дальше. Брат, от шоу я жду денег. Мы тут все за денежками, которые мы попилим. Че, какой следующий вопрос? Что тебя может рассмешить? Арчи. Если вот это... Как круто делаешь? Все, я думаю, что тебя нет, да? Я закончу. Окей, удачи, садись. Спасибо. Давай. Так, ну главный фаворит на победу для меня, скорее всего, это Эрик. Как будто у Эрика он прям серьезно вот так... Блядь, Алекс Месси, иди ты нахуй, блядь! Ну вот так вот визуально, если смотреть по внешним признакам, мне кажется, это Эрик, который... всегда одно лицо, блядь. Я, короче, гарантирую, ребята, что 90% в кадре у Сэма будет вот такое выражение. Тянуто. Окей, удачи тебе, присаживайся. И фаворит, безусловно, для меня, наверное, это либо Эрик, либо Сэм. Топ-3. Эрик, Бала, Лога. Главный фаворит Сэм, потому что у него смешная рожа. Рассмешить? Да практически ничего. Тут люди не обладают таким юмором, чтобы меня рассмешить. Просто сборище бомжей. Поэтому, если кто может меня рассмешить, только я сам. Вот я говорю и уже смеюсь. Ожидаю веселья, реально. Рассмешить абсолютно может все. Фаворит — это Эрик и Тала. Вот два главных фаворита. Они могут рассмешить и сами не рассмеяться. Бля, Сэма вот это, понял? Сиди, блядь. Эрик. Перед съемкой, чтобы не рассмеяться, я прочитал все комментарии под постами Крысева, где я давал интервью, и это меня очень огорчило. Поэтому я уверен, что я сегодня выиграю, и я думаю, я сегодня фаворит. Чуваки, как сирена начинает, вот, сирена закончилась, мы начинаем, и в целом всем удачи. Давай, не пизди, бля. Слышь, пацаны, а вообще, что по столу скажете? Это же вообще дерьмо, нет? Пантера, посмотри на меня. Прежде чем хочу сказать, там люди тоже будут куваться. Выходим, 0-0 ебашим, блядь, пока сила нахуй не закончится, блядь, на поле. Первым. У нас вот есть такая группа тех, кто следит за теми, кто... Осуждаю. Кто первый смеется, поэтому Тала был первый, старина. Первое предупреждение у Талы, второй смех, ты, к сожалению, выбываешь.
Пацаны, стой, стой, я скажу. Сэм, подожди секунду. Пацаны, Сэм, да подожди, там люди да, тоже блядь. Будут куваться. Да это выходим, хуйня ебаная. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это хуйня. Пока силы, блядь, не останутся. Да это хуйня на уже. На поле. Нет, хуйня. Друг за друга с подсказом. Пацаны, это все сильно, это да нет, это хуйня. Сильно, анекдот, пацаны. Что сказал, пацаны? Что сказал слепой? Я так держусь, блядь, сейчас. Че? Что ты сейчас? Все норм, пацаны. Держим. Нихуя это... Смотри, это, разъеб, анекдот. Что сказал слепой, войдя в бар? Это, блядь. Всем привет, кого не видел. Охуенно. Нормально же, нет? Нормально. Афроамериканец налетает. О-о-о! Ладно. Давай тоже расслабьтесь, какую-то хуйню, сидите в напряжении, пацаны. Ну чуть это, сейчас Сэм вторую шутку даст, третью такую же. Бля. Второй анекдот. Короче. Сейчас вспомню. На рельсах сидят два помидора. На рельсах. На рельсах сидели два помидора? Бля, понял, ты когда если в этом слушаешься, то все пиздец. Ты если его начинаешь слушать, то я Пантерыча пожалел, потому что там сидел. Да, да, молодец, пожалел, видел. Минус балл для балла. Да иди ко мне балл. Пизду, ну как за не что? Смеяться? А мне балл. Анекдот, ебать. А, там кстати, рельсы, Арчи блядь. Балл. А мне балл. Арчи балл. Арчи балл. Так. Ну так вот, анекдот. Сидят два помидора на рельсах. Один такой другому. Скоро будет поезд. Плюх-плюх. Где можно найти такой анекдот? Я вообще не знаю, блядь. Такая залупа. Залупа была. Всё. Пантерыч, минус один балл. У Арчи же два балла, то, что он рассмешил ребят. Фу, блядь, не отъехал уже? Нет. А, нет, проверка была, по-моему, да. Это сказала проверка. Что сказала проверка? Да не хуй вам, а. Просто Пантера, ну, понятно, что Пантера первый будет. Не, мы можем крепыши, можем вдарить по каламбуру. Есть одна, блядь, это, короче, смотрите, слушайте. Тут именно месси разъебется. Короче, да, продуктовый магазин, заходит чудак, такой говорит, блядь, девушки. Месси! Ты что, дурак, что ли? Это смех был. Не, ну а вот это точно смех был. Не, это он же улыбнулся, по сути. Нет, я имею два года. Не, Вага заржал в голос. А что это такое было? Просто закричал. А то, что там человек просто стоит и кушает, блядь. О, что поесть есть? Но он уже бал, а то я ебал в рот Сэма Каламбура, ну, блядь, слушай. Вот, ребят, продуктовый магазин. Я просто думаю, что поесть. Здесь хорошо, человек. Здесь ты понял, ты не слышишь вот эту хуйню, что сам говорит. Девушка, а у вас есть томатный сок? Так нельзя, Вага. Она, да, конечно, говорит, налейте. Вага, конечно. Наливайте на стакан. Здесь ничего нет. Он хуя... Тихо-тихо. Сэм только начал рассказывать, у него вообще пизда. Потому что он меня трогает по минуту. Вага, да, не трогай, я тут реально... Не, ну, лучше не трогайте, блядь. Он пиздобол, я его не трогал. Ты меня трогал, блядь. Ты меня трогал. В этот момент он не трогал, просто ебать как улыбался. Hello, mommy! Да ты сам разъебешься, блядь, сидит, он ахает. А если это возбуждает, это не смешит, это нормально? Чё? Ладно, не если буду, блядь, это на потом это не оставлю. Смешит, это нормально? Я могу рыбу продолжить. Успокойте. Вот еще, блядь. Ты можешь на протяжении очень долгого времени это делать, кто-то разъебется. Я... А кто по 21-м знает, кто играет? Пантера. Овечкин. Вага. Под 8-м, блядь, ебень. А там по бэй. Бля, кстати. Всегда мечтал по талапке уебать. Блядь, сука. Лучше иди сходи в театр, старина, нихуя, блядь. Это пиздец. Пальцы, это хорошее было. Нет, это дерьмо. Это нормально было. Пальцы нормально. Слышь, старина, ну кажись, блядь, пальцы. Интерактивчик пальцы нужен, норм. Блядь. А то пиздец. Да, я самый внимательный. Сейчас не смеемся, выношу реквизит. А мне надо сесть, извини. Там приедет, да? Место заебешь. Не, хорошо, у тебя. А. У вас на листочках написано либо эмоция, может быть, акцент, может, какая-то ситуация, так. Неважно. По очереди, начиная с Эрика, кайф. Подходишь, берешь листик и просто такой коротенький звонок, буквально там на 15-20 секунд, ты звонишь Викторовичу и говоришь, что тебя на тренировке не будет. Чего нахуй? Ебать. Как у нас блядь? Нет телефонов. Ну нет, это просто. Вы что, тупые, блядь? А-а-а! Реально, я думал, брать типа просто. А мне что, опять звонить Викторовичу? Да, мы все звоним Викторовичу. Блядь, какой ты тупой, ты пиздец. Бля, братан, ты мышцы накачал, хули толку? Лопатку защемило. Ну толк есть, кресты не порвал.
Там по бэй. Как обычно, короче. Алло. Ах ты, сука, Тала. Ах ты, сука. Тебе телефон дать для этой? Сейчас, сейчас. Бэй, ебать. Сидели на трубе. Ты чё, ебанулся там? Подожди, я встану. Ты уже встал. Атала... Воды иду наливать. Атала не ржет? Атала ржет, пизда. А мы же, по сути, должны смотреть на человека, который звонит? Иду воды наливать. Не обязан. Почему? Ну, не обязан. Ну, а сказал, чисто ебался, он на грани. Он задание выполняет. Вообще изи. Викторович, че вы, когда я в основу-то попаду, можно узнать у вас? Нет? А то Лога заебал, блядь, справа играть, хуйней занимается, блядь. Сладенький. Угу. Спасибо, ебанько, блядь. Следующий. Ебанько, блядь. Кто? Он посмеялся. Вы че, издеваетесь? Бля, вот я про это говорю. Да он повторил, ты да? Такой сухмылкой. Он уже вот улыбнулся. Он повторил сухмылкой, блядь. Наш месяц была улыбка первым, сейчас я покажу. Бля, да. Просто вот это решить надо, он ебать сколько сидел. Он именно сухмылкой повторил шутку. Просто понял, это ебать разъебывает, когда ты смотришь на него, он сидит, смеется. Нет, но я смотрю, он не разъебался, но я просто вижу. Нет, для меня это пиздец. Шмес первый разъебался сейчас. Все, смеется. Да. Итак, мы усложняем правила, прямо вот сейчас максимально все, уже никому вот этих поддавков не будет, пацаны. Любая, даже мини эта улыбочка, сходу строго наказывается. Минус одна жизнь у Алекса Месси. Продолжаем. Да. А ты гонг сделай свой ебливый. А было? Сиди. Давай, успокойся. Да сиди. Было, что вы так делали? Просто успокойся. Просто успокойся. Вот так не было? Успокойся и сядь на место. Это уже свинство. Да. А чё казах прищурился, блядь? Моя очередь. Звонить Викторовичу. Задание. И вот я звоню Викторовичу вот так. Hello, Викторович. I have a problem. I feel pain in my leg, so that's why I can't trade today. Вы ебанутый, блядь. Yeah. Это было бы смешно, если бы я понимал, о чём говорить. But I can't trade today, really. Yeah. Bye-bye, thanks. I love you, Victor. You are the best coach in my life. I really love you. Bye, bye, bye. See you. See you. I'm better than Talapka. I'm better than Talapka, okay? Okay, bye. Это вообще пиздец, не смешно. Ты Бутя. Шме второй раз звон. Так, сука, сука. Ну все, это пизда. Смотри, выгоняй его. Он ржет! Он развернулся и ржал. Мы крысам издаем его. Организатор! Он улыбался. Алло, здравствуйте, мне да сегодня что, плохо, блядь? И из-за этого я не приду на тренировку. До свидания, Викторович. Ну что это, блядь? А ты кого изображал? Мудака. Нельзя Сэм. Смотреть на чужие. Сэм, ты как? Почему? Потому это что это нельзя сказать. Он может объявить потом. После того, как он уже прочитал. А чё, брат, никто не вылетает? Знаешь, пизда, брат. Чтобы вы понимали, это был голос белки. Вы ебанулись, что ли? Ну что, друзья, первое выбывание у нас случилось. Алекс Шмес, 13. Пойдем, братик, давай. Иди на тебя. Спасибо за участие. Было топ, но ты первый, братик. Можешь пойти в гримерную, можешь посидеть здесь, поугарать, что кайф. Ты не приятный, думал, вообще повторить его первый. И когда все на тебя давят, я человек глотки, так что я не могу держать. Честно, неприятно, потому что я думал, что пантеры, вот пантеры и сыч, они как будто больше меня улыбаются и смеются. Когда слышим гонг, пацаны, начинаем. Слышь, Вага, ща, пантера, а реально вот что у вас вот такие? Эрик, Эричка, да, брат, Эрюша. А пантера 21 это типа член? А, слышь, натуре, вот это что за тема. А, это такая задумка. СМ, да, 21 это типа СМ. Член? А, я понял, нормальная тогда задумка. Я только одной понимаю, а что Вага не выполняет задание? Они меня перебили, я его просто так оскорбил. Ну да, это я перебил, извиняюсь, это я перебил, все, теперь, Вага, продолжай. А то, что у нас один есть человек, который реально думает, что он варяг. Кто-то знает, будучи украинцем. Во-первых, я... Кстати, на детекторе он себя считает варягом. Сэм, опять рыбу включил. И в чём хуйня, мне самое интересное. Тихо, там Сэм что-то, слышь? Пидорас, Сэм, а? Рыба, пацаны. Я считаю, что я варяг! Ни хрена себе, слышь? Что вы... Да. Вы чё, ебанаты нахуй? Кто первый заржал? Он или я? Честно, я могу, если ты согласен, я могу продать тебе штрафную балл, чтобы пантера просто не вылетела сейчас.
Ну, Пантера был первый, ну, как бы, как есть, братан, реально, вот я стоял. Не, ну, я, типа, смотрю, ну, согласись. Ну, все, давай, надо, блядь, он вот так вот делает. Тебе? Да, не, пусть он идет. Нет, я-то не смеялся. Не, ну, а что, блядь, мне, братан, если я сейчас заржу, у меня будет, блядь, все. Реально, ты был. Друзья, к сожалению, к моему, но, так сказать, к радости других пацанов, Пантерыч, братик. Да, спасибо, брат. Я держался как мог. Ваня, ты молодец. Мы продолжаем. Вылетел вторым, самое главное, не первым. Я уже рад. Но я бы все равно бы вылетел, потому что для меня есть небольшой спойлер. Я вот смотрю, и я уже угораю. И, пацаны, мне кажется, там по-любому три человека сейчас выпадут. Вот 100%. Я думаю, следующий балл либо Ван. Вот 100%. А так, в финале останутся Эрик, Лога. Эрик Лока, вот будут два финалиста. Да блин, это топовая идея. Я бы во второй раз бы еще раз заскочил и думаю, на этот раз бы я не засмеялся. Ну потому что потом ты ловишь волну и понимаешь, что уже типа это не смешно. Вначале, потому что все в новинку, там говорят не смеяться, ты про это вспоминаешь, в голове держишь и начинаешь сам смеяться, вот с этого взрываться и все. А Лага? Бонга Камс. Слышь, дайте я каждому дам. С каким вкусом? Не, просто вот, каким попадется. Вот, я в камеру смотрю. Блин, ну ты позвони. Да не, ну просто посмотрите и будете говорить, мне интересно. Это интересно, вот давай. Вот это с каким вкусом, брат? Это не. С хуёвым по-любому. Беленький с хуёвым. Да. Я уже съел. Сыч надеется, что вкус хуёвый будет. Внимательно, пацаны, Вага звонит Викторовичу и говорит, что у меня будет на тренировке, ну, и объявляет, что у тебя бумажки. Алло. Ты не смеешься? Меня не будет на тренировке. Ну не будет. Бля, ну, тут да, иди нахуй, да. Бля, эти за. Типа пьяный, да? А ты бы так сказал Викторовичу? Ну, я себе должен объявлять. Ты типа нахуй тренера сейчас послал, ты знаешь? Сидишь, а ты реально ты. Я послал нахуй. Ну, потому что так. Это интерактив. Этого требует моя ебучая роль. Нет, подожди. Мы, кстати, поговорим в конце карточки. Покажи, что у тебя написано пьяный послать нахуй. Я должен или могу? Сыч, ёпта, сядь, пожалуйста. Бля, чай, твоя очередь. Я должен что, показывать. Дешечка, да, вот захотелось? Скайфу прям сейчас смотрю. Сейчас прям скайфу. Опа! Сыч! Ебать! Попал? Волосики поправь чуть. Сыч, я поймаю. Подки мне, я жопку поймаю. Жопку тоже поправь. Тебя нет больше? Есть еще конфетка? Да. Внимание, у нас есть. А Санечка, там Санечка, Санчо. Пошел, Литвин. Ну что ты, блядь? Ёбаный в рот! Санина! Звукарь! Пацаны, мы снимаем? Присаживаемся, ребят, присаживаемся на кресло, понимаете, сейчас там по звуку еще проверим. Все, четко. Давай, блядь, сейчас. А то, что у нас Стэтхэм в кепке появился. Ты разъебал или я? Я разъебал. Ты разъебал. Так, Паш, проверь, пожалуйста, у Сэма петличку. Прости. Что там со звуком, да? Охуелось, да? Раз, раз, раз. Тебе кеп идет. Давай по новой нахуй. Перезаписываем. Пантера, иди сюда. А потом сразу у Арчи. Наебал. Арчи, что, извини? Арчи, браво. Паша должен проверить петлички, что-то с петличкой. У меня вроде норм. Бля, они... Сейчас они... Питер Паркер Джексон, я хочу... Мы сейчас снимаем или нет? Нет. Да. Сейчас паузу, да? Сейчас можно ржать или нет-то? Тухлые носки? Нельзя, сопли. Нельзя смеяться. Сейчас можно ржать или нет? Нет, я разъебался по факту уже. Нихуя. Не, я так... Ну там типа, ну ты так, да, типа на пол шишишь. А даже нет, это даже не как Пантера, брат. Бля, чтоб там, блядь. Как ты прости, глаз, прости, глаз, прости. Знаешь, как было, знаешь, как ты было? Ты перебор так? Уже. Что? Что тебя разъебало? Что тебя разъебало? А мы сейчас играем или нет? Я не понимаю. Играем. Дашь кинуть, плиз. Тала. Нет, Тала первый был, я просто ждал эту эмоцию. А я не смеялся, я вот. Блин, ебанутый я вообще начинаем играть, что ли? Это разъеб! Блин, я смеялся! Я вот так смеял. Это пизда. Я увидел, я чуть не охуел, блин. Я вообще лапаю. А сейчас можем смеяться? Я еще лобу специально с локтя уебал, потому что я отвлечься хотел. Я требую повтора, блядь. Я не знаю, я не знаю.
видео. Повернись, пожалуйста, он не видел, блядь. Это пизда, блядь. Итак, у нас, к сожалению, я думаю, и к вашему тоже, Тала, старина. Я когда... Вторая улыбка была. А, ебать. Ты камень на поле, брат. Эй, ты камень на тренировках. Я тебе буду так сказать, но здесь ты разъебался первым. Легенда. Тала думает, что не он, но повторю, сейчас покажем. Брат, ну Паша, конечно, козел, оператор наш. Просто такая ситуация, он... Причем, что я понял, заподозрил какую-то херню и начал смотреть на него, потому что звукарь не он, петлички не у него. Петлички не у него, и я такой думаю, почему он идет типа петличку, хотя это другой человек должен делать. И я просто в этот момент вот так поворачиваюсь на него и взглядом провожаю и понимаю, что все, блядь. И я, блядь, ну я на повторе, наверное, будет видно, что я засмеялся, и я сразу просто... Сижу, палец откусываю, у меня вот здесь такие следы, блядь. Я не смог выдержать. Слышь, пацаны, а кто-нибудь носит? Да, мы до пизда, слышишь, что делать? Ебаный сыр. Дайте сычу сделать задание. Вообще, норм? При всем уважении, кто смотрит? Пацаны, вы не в ахуе? Носит кто-нибудь, реально? Сэм! Да. Вы не думайте, что это для шоу. Ты это носишь такие так, трусы, блядь. Сэм? Это не шоу. Никто? Я просто, знаешь, что думаю, что нужно ответить, да или он, нет? Он не ответьте кто-нибудь, да или нет? Он не готовил это. Пацаны, блядь, на работаем, самом деле... Работаем, ага. Неудобные, ну, надо менять. Гибачко, блядь. Гибачко, блядь. Спасибо. Бля, я соберу. Ну, Арчи молодец, Арчи красавец. Да, был, да. Что, что он приготовил так уже. Так унижаться ради шоу Эда, это пиздец. Пизда. Ну, как унижаться? Молодец. Прийти я... в том, в чем ты. Ну, следующий раз тебе звонит Викторович, или мы уже не звоним Викторовичу. Ты про что? Дайте Сычу позвонить. Давай, Сыч, звони. Че, блядь? Смотри. Дмитрий Викторович Кузнецов. Здравствуйте. Сегодня меня на тренировке не будет. Потому что я... Немножечко устал. Что это дрочило. Бля, обидно. Немножечко не приду себе на тренировку. Приду типа с хуем в жопе надо поговорить? Да. Да? Я рассчитываю на эти трусы. До свидания. Да? Ну это хорошо. Мне кажется, если бы вот Тёма остался... На бумажке написано. А что надо было сделать? Стариком сказать. А. Короче, закрываем глаза, ребята, честно, закрываем просто глаза. И когда будет сигнал, глаза можно открыть. Лучше руками какие-то глаза, да, чтобы было прямо с вами сейчас. Да не, это хуйня, ребята. Слышите сигнал? Я вам, бля, буду, это будет хуйня, пиздец. Вот смотрите. Бля. Вам будет, это будет пизда. Вспоминаю похороны своего деда просто вот без остановки сейчас. Братик, а то, что здесь оперуполномоченный Склюрикс. Нормальное движение. Я даже знаю, честно, я не знаю, что я сейчас буду говорить, потому что у меня была заготовка на других гостей, которые должны были тоже приехать, но они не приехали, понял? А в итоге, ну, я не знаю, пойду доебываться с Сэмом, потому что у Сэма у него просто ни одного пока что, ну, у него, знаешь, он в порядке себя чувствует. Про почему собак? Член Арчи не видно в темноте? Так, 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 потому что он у Джорджа в жопе. Это очень хорошая шутка была. В свое время. В свое время, дурак, шутку использовал. В свое время она разъебал даже. Слушай, мы правильно сидим с закрытыми глазами, нет? Я с закрытыми, честно. Бля, главное, что пипичку мало перед лицом. Даже руками не надо закрывать. Бля, мне, я боюсь, нормально, что сейчас Влад, нормально. Кто-то передо мной будет, я ноги выпрямлю. Все, пацан, открываем глаза. Открываем. Она в ты сам смеешься. Ёбаный в рот. Я не могу, блядь, сори. Ты ведущий, я пизда. Все. Слышь, ёбаный крот, блядь. Капитан Адемингви! Майор, доигрались! Майор Адемингви прибыл, блядь! Отничка появилась немножко. Слышь, это кто на мосту был, чуть не скинулся? Как его поступило? Информация по Сэму и по Артуру Бегларяну. А вам, пацаны, что вы петухи? Там дальше хую. Блядь, ну я таких полицейских в рот, блядь. Я разъебался, я ничего не смог, это невозможно. Как они держатся, я не знаю, братан. Это полная, это дичь. Анекдот сейчас. Анекдот, не культ ты тянешь. Стой, не-не-не-не-не, анекдот, просто анекдот. Просто свой.
Импровизация. Анекдот. Ну, анекдот. Я ни одного не знаю, Егорь. Ну да придумай, похуй, брат, вообще. Про, блядь, помидоры я тоже, блядь. Мы от всего тут помидоры. Коронка была, блядь, будем честны. Разъем же? Смотри, есть такой анекдот, он короткий, максимально короткий. Смотри, как переключился. Короче, без обид, брат, это хуйня. Играл на гитаре. Эти мы берем. Проиграл. Это на меня, да, такая? Так, блядь. Это узконаправленное на меня, но играл она не сработала. На гитаре, проиграл. Так, есть отсылка. Комбо анекдотов. Могу дальше ебашь смотреть. Давай. Да вот это уйма анекдотов. Ёпта, давай, давай, давай. Опа, куртизанка. Не засмеялся, нет? Я не видел, честно. Как он скучал. Проиграл. Так, да, рыба, ну, конечно. Да, уж-то потрогал, рыба нет? Вообще топовая старина. Помнишь, комбо анекдотов был? Так, не разговаривай с друзьями, там же было, блядь, чем больше дров, тем меньше слов. Сэм, бля, убери его. Что ты отвлеки его. Сэм. Колобок повесился. А нет, камера отвернулся, сука! Колобок повесился? А, колобок повесился. А, русалка на шпагат села. Да, все. Моя комбо. Ничего, внимание. А, сейчас свободный номер. Если у кого-то есть миниатюрка, у кого-то есть анекдот или какая-то история, вы можете это сделать и также заработать балл. Например, все это уже сделали. 2 балла, у Сэма 1 балл. Мы еще не до конца позвонили. Ну куда ты голову взял? Мы еще не до конца позвонили. А Бала звонил? Не звонил Бала, не звонил Сэм. Нет! Так, сценку быстренько. Вот минуточка внимания от Артурчика. Бал, специально для тебя. Браво, браво. Интерактивчик. Шутки. Шутки-прибаутки. А вот просто представь, вот рядом сидит 6-летний Давид и слушает тебя. Как называется избушка? Бабы-яги, лесбиянки. Так у тебя Давид 6-летний сидит рядом. Лесбушка. Почему среди немых не популярен... Неплохо. Почему среди немых не популярен БДСМ? Среди каких? Среди немых. У них нет стоп-слова. Это логично. Так, ладно, коронную, бля. Коронная вот эта... Почему ты долбоёб? Коронная. Почему? Чё? Это был крик боли, это не смех. Это боль. Я предлагаю так, пацаны. Он залезает карчи на стул, и ты вот так трясёшь перед ним. А может перед Сэмом? Сэм завёз 100%. Это не интерактив, там люди. А что ты сделал? Саш, ты долбоёб. Вы не понимаете одной простой вещи. Вы суки. Там люди будут куваться. Он, блядь. Выходит, блядь. 0-0, ебашим. Что ж, мы не имеем силы, блядь, не осталось. Мы не можем физическую силу применять. Сэм, блядь. Друг на друга. Подсказывай. Сэм, все сказал. Есть два. Есть три. Вот это вообще топ. Почему человек залез? Я потрогаю. А что это? Ёб твою. Блядь, ты чё нахуй? Слышь, блядь, что это? А мне приятно было. Антистресс такой. А что это? Это пиво. Ёб твою мать. А? Да, да, да. Угарнул, брат. Ну вы мне минус дали один балл у Ваги. Продолжай. Ну я, блядь, просто буду сидеть. Там люди будут куваться, блядь. Вага. Выходим, 0-0 ебашим, блядь, пока... Силы, блядь, не останутся на поле. Друг за друга с подсказом. Это все сказал. Хуя, у тебя жопка какая хорошая. Давай, крепыш. И ты очко, знаешь, что и делать. Очко видно. Знаешь, как разговаривает Кутуз? Тихо, миниатюрка гей. Да, миниатюрка гей. Знаешь, как разговаривает Кутуз? Неплохо. Это очень неплохо. Бля. Неплохо, неплохо. Блядь, а может что-нибудь не орать? Сыч, сыч. Нахуй. Да я ебал, вот. Блядь. Почему без ноги боится гопников? Нахуй. Не убежит? Не может постоять за себя. Ну, это знаешь, из серии спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе. Хорошая. Сосал, нормально. Сосал? Да, да, сейчас. Сосал, блядь? Сейчас жестко. Пёс, блядь. Жестко, жестко. Есть чем ответить? Да, можно? Ну, отвечай, конечно. Давай. Ну, тебя сейчас терпило и сделали, он тебя схавал просто. Так. Как... О, Эд знает. Как называют черную женщину, сделавшую 6 абортов? Эд. Борец с преступностью. Я думал, моя мама. Ну, это такая, не, под... ну, не для России. В Америке смешно было. Ну, как бы и жену ты оскорбил его по факту как-то. Так. Нет, ты ебанул, что ли, бля? Типа, он черный просто. Сыч. Ладно, ладно. Ты чего раздевался, Сыч?
Чего ты разъебался? Ты чего разъебался, Сыч? Ты ебанул. Ну, бля, мне кажется, воняет пизда. Во-первых, я не понимаю. Ну просто, да тихо, парень! Я не против балла, но три раза улыбался. Я, блядь, один раз чуть хуйнул. Типа он когда сказал, типа, качал женщину, и он говорит, это не пизда. Бал нахуй! Спасибо, у Сыча минус одна жизнь. Бля, так нельзя смеяться. Баги плюс один балл, потому что он разъебал Сыча. Продолжаем. Так, балла, извините, господин ведущий. Балла продолжает свое мероприятие. Давай, слышь, скриптонит, ты должен. Звонит Викторович, внимание. Алло, отец? Это моя здорово, вечеринка. Ну что с деньгами? Здорово, с какими отец, деньгами? Смотри! Это моя вечеринка! Эй, скриптоник там минималка. Да, Викторович! Армянин, что ли? Армянский акцент, базар. Эй! Шарю. В смысле, брат? Нет, нет, брат, я заболел. Осетинский? Просто, брат. Нет, кабардан. Нет, Алишка, блядь, я вообще забылся. Алдик, долбоёб, блядь! Нет, смеси. Сам себя разъебал! Аржан, иди нахуй с этими яйцами, блядь! Ненавижу осетинов! Долбоёб, блядь! Я так люблю осетинов, что просто осетинский акцент, и я угораю. Я не разъебался с этого! Минус одна жизнь! Бали, плюс один балл. Поехали! Это всё. Когда объявят гонг, соответственно, глаза закрыты. Я скажу, когда их можно будет открыть. Бля, пока с ним закрытыми. Просто отдыхайте, пацаны, накапливайте эмоции, не знаю, энергию. Ребята, это пизда. Это пизда. Смотри, кто здесь? Это моя вечеринка. Малиновый закат. Бала. Бала, это какой акцент был? Блять. Ебать. Лошадь? Там пизда, там пизда, там пизда.